Добрый день! Вы на планете Агро, канал любителей сада и огорода. Циркон – производитель бакоп. Это природный регулятор роста, который получает с лекарственного растения и хемицея пурпурная. Препарат стимулирует прорастание семян, рост корней и вегетативной массы, улучшает опыление и плодообразование. Мобилизует иммунитет, природную устойчивость к засухе и другим стрессам. Норма расхода препарата. При предпосевной обработке необходимо 2 мл препарата растворить в 1 литре воды. В данной рабочей жидкости необходимо замочить семена на 10-15 часов. При корневой обработке необходимо 2 мл также растворить в 1 литре воды и пролить в почку. При внекорневой обработке необходимо данный препарат растворить на 10 литров воды и опрыскать растения. Детальная инструкция на заднюю часть упаковки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, дальше будет больше интересного.